Всем привет! В сегодняшнем видеоролике я вам покажу крутой скрипт для Fly Racing. Для этого переходим на мой личный сайт. Также ссылочка на него, как всегда, будет в описании. А также перед началом убедительная просьба, кому не сложно, кому не лень, нажмите хотя бы на одну рекламу на сайте. Далее на самом рекламном сайте будьте около 10-15 секунд и, в принципе, можете выходить. А далее заходим в Exploits. И скачиваем любой предложенный чит, либо Star, либо Splash. Напомню то, что Splash используется с ключ-системой, Star без ключ-системы. Сегодня в ролике буду показывать Star. Значит, в поиске пишем Fly Racing. То есть Fly Race, а не Fly Racing. Чуть-чуть перепутал. Далее нажимаем кнопочку скачать, потом еще раз скачать, и как видите появляется скрипт, все очень просто и легко. Далее заходим в игру, открываем чит, вставляем скрипт в сам чит, потом заходим в настройки и ставим DLL от Crenail, потому что с Crenail лучше всего работает. Дальше нажимаем inject и ждем, пока произойдет инжект. Иногда может не с первого раза произойти, а значит еще раз нажимаем и ждем. Все, отлично, у меня получилось заинжектиться. Ключ у меня не просило, потому что ключ я уже сегодня получал. Также сейчас я вам видео прикреплю, как получать ключ. Там сложного в принципе ничего нету. Быстренько посмотрите и без проблем сможете его получить. Так, ну я думаю, вы смогли его получить. Сложного там ничего нету. Значит, дальше нажимаем кнопочку Xcode. И вот появляется скрипт. Довольно простенький, но очень жесткий. Сразу скажу. Спойлер такой маленький. Здесь с помощью этого скрипта очень быстро идет накрутка студов. Ну, грубо говоря, короче, вот этих кубков побед. Значит, давайте пока ее напоследок оставим, проверим другие функции. Это автоорб. То есть, как я понимаю, должно собираться, ну вот эти вот орбы, которые валяются, они автоматически должны собираться. Давайте проверим. Как видите, орбы у меня пропали, но почему-то не собрались. Значит, эта функция не работает. Ну, в принципе, она особо-то и не нужна. Дальше автореберст. Пока что мы его сделать не можем, потому что у меня не хватает студов. Но сейчас мы это с вами исправим буквально за несколько секунд. Теперь смотрите, что сейчас будет происходить. Я включаю функцию AutoRace и смотрим на мой баланс. Как видите, он очень быстро прибавляется. Мне дается за один раз по 1 200 000. Это очень много. И вот буквально за минуту, может быть даже меньше, секунд 30, а мы накопили с вами на реберст. Далее включаем функцию автореберст, и как видите, автоматически реберст сделался. Отлично. Дальше давайте опять сделаем накрутку студов и попробуем открыть яйцом, посмотрим, настоящие они или нет. Ну, естественно, настоящие, накрутка реальная, потому что если я смог сделать реберст, значит и смогу открыть яйцом. Самое дорогое яйцо стоит 450 тысяч. Так, автооткрытие. Отлично, работает. Так, а если я нажму на экран? Ага, скип не работает, к сожалению, окей. Так, секунду, отойдем. А тройное открытие работает? Ага, тут геймпас нужен, к сожалению. Так, ладно, мне выпали 3 одинаковых питомца.
Одеваем их. Так, EQ Best. Все, отлично. Получается, все три питомца разные. И давайте ради интереса теперь попробуем сами, получается, прыгнуть. Посмотрим, на какое расстояние мы прыгнем и сколько нам за это дадут. Как видите, дали сущие копейки. Это прям очень мало. То есть, скрипт реально жесткий. Мы опять включаем, и как видите, опять фарм судов пошел очень быстро. И в большом количестве. Тем самым, получается, вы можете бесконечное количество питомцев открывать. Далее трейдиться, потому что здесь доступен трейд. Давайте я его отключу, чтобы никто не мешал. Либо же просто продавать питомцев. Изи кэш, изи деньги, можно так сказать. Изи накрутка. Все легко и просто. Ну ладно, в принципе, на этом буду заканчивать. Кому понравился видеоролик, можете поставить лайк, подписаться на канал. Также не забывайте пользоваться моим сайтом. Напомню то, что ссылочка на него будет, как всегда, в описании. С вами, как всегда, был Айзбан. Всем удачи и пока.